Личный кабинет налогоплательщика – лучше личного визита в налоговую инспекцию – аксиома. Так что каждый, кто понимает, что обращаться в налоговую, не посещая ее можно и нужно, должен задуматься о необходимости создания личного кабинета. Для этого можно обратиться к любому сотруднику налоговой инспекции. Налогоплательщику будет выдан первичный пароль доступа в кабинет. Его надо будет поменять в течение 30 дней. Главное – не забывать пользоваться новой технологией. Ведь возможностей открывается немало. Увидеть актуальную информацию о принадлежащих вам на праве собственности объектах недвижимости и транспортных средствах, получить ответ от специалистов на любой вопрос, оплатить все имущественные задолженности, налоги и госпошлины. Одно из главных новшеств личного кабинета – формула расчета налога, которая позволяет увидеть, как рассчитывается сумма оплаты и все ее элементы, а также получить расчет налога по имуществу. С таким подходом тратить время в очередях налоговых инспекций и банков вам больше не придется.